День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play Пару. У меня голова кружится. И мы играем в Dead Space 3, часть 2. Со мной, как и всегда, вы знаете, дедушка, кто? Кронис! О, господи, у тебя пубертет настал вдруг? Да, у меня просто есть публика даже поддержки, моя группа. Кронис! Пока только это один маленький гномик, который у меня живет под кроватью. В голове? В голове. Да-да-да. Ну что, ну маленькие гномики, они ведь там живут. Ах, да, и мы вам хотим сообщить новость. Мы будем переводить. То есть, как вы видите, у нас есть подстрочник, но это для скучных людей. Мы будем делать перевод, я буду переводить Айзека, а Шкронис будет переводить всех остальных. Так что я сейчас, правда, не знаю, кто говорит, так что... Ну, там не важно, это была болка. Попробуем, это в целях эксперимента. Ну да. То есть это будет проба, вы говорите, если это вам слишком так жестоко будет, да, а перевод то вы... будет именно что смешное, вот в кассетном варианте, когда такой гнусавый. В пиратско-кассетском кассетном варианте. Итак, поехали. А 15 минут, а остановитесь, мы слепые. А считай, а да, все, ускоряемся. 4, 3, 2, 1. Что это за черт? Да. Я вижу это. Розен. О, Иисусе Христосе, это корабельная могила. Я вижу передатчики. А, тут много колоний. А ты серьезно? Эй, подожди, что-то есть. Это СОС с того корабля. Ага. Это может быть Элли! А, давай попробуем. Огни... Давай, маяки! Обожай. Нет! О-о, Розен, что-нибудь сделай! Столкновение. Я не могу. Неразборчивые крики. Да ну тебе, мне самому смешно. Это не профессионально. Изя, иди сюда. Разберись с этой дверью. Она сломана. А я понял. Я умнее тебя. Поэтому я тыкаю в тебя пальцем. А вот туда иди. Не тыкай в меня пальцем. Так, что тут происходит? Невесомость. Невесомость. Огонь в невесомости — это странная вещь. По идее, у него не должно быть направления. Абсолютно. Это тоже хорошая мысль. Он должен шарить. По идее, должен как вода распространяться, это чистая плазма. Но это так, между нами, знающими людьми. Я даже не знаю. Но на самом деле это сложнее так переводить, чем кажется. А так, конечно. Это потому что думаешь подстрочник, да, а потом думаешь, ай да ну этот подстрочник. И начинаешь переводить, и именно так переводили наши отцы и прадеды. Вот именно. У меня вообще подстрочника нету, поэтому я не знаю. Так. Главный герой умер, игра закончилась. О, нет, он. А, неразборчивая речь. Да ну тебе, иди в попу, неразборчивая речь. Там тебе неразборчивая речь. Так. А что сейчас? Скрой ее!
Чё, а вон лутик, трясётся. Лутик. Да, лутик есть, летает. Но он еще трясется. А черт. Пускай. Так, так, так. Не стесняйся. Куда? Вон там дверьку нужно открыть. Оп. Все, самое главное, меня сейчас начинает разворачивать. А так. То куда мы идем? Я. Вон еще на кнопочку нужно нажать. Все. Нас просто сейчас развернуло, так вообще тут сориентироваться тяжело. Да. Черт! О боже мой! Ах да, и вправду им же материться нельзя было. Извини. Даже благим матом они такого не знали. А не знаю. Так, все, здесь концентрация, уворачиваемся. Я просто помню, как в прошлый раз мы это проходили 25 часов. А, я помню. О, господи, у меня нету скорострельного. А вот оно, скорострельное. О-оу. Кто это был? Смерть настала вдруг! Ой, для меня. Это был я, виноват. Так, на скорострельное оружие нужно переключиться, чтобы можно было отстреливать эти мины, чтобы они в нас не летели. Ага. Уворачивайся! Так. В дырочку. А я снизу. Да как? Ой. Фу. Это я зря. И сделал. Что там с тобой сделали снизу? Скажи нам, пожалуйста. Это останется между мной и тем, что случилось. И той дырочкой снизу, да? Ну-ну. Ну, она такая вполне проходимая была. Соблазнила тебя все-таки противно. Да. Ну, бывает, да. Черт! Я не люблю. У меня дежавю, Нет, ну, нас здесь просто заставляют при каждой малейшей ошибке это начинать снова. Это всегда так мя. Ну, им же хочется создать экшн. Вот кто сейчас был? Кто умер? Вот кто умер? Ты, честно говоря, ты, потому что я продолжил лететь дальше. Я целился, летел дальше. Я наткнулся на мину, но я то есть я только боком задел. И там, по идее... О, господи. Я постоянно смотрю на тебя. То есть я вот теперь. Вот теперь. Вот теперь ты умер. Все, о, боже мой! О, май гад. Так. Мне нужно просто сориентироваться. Я смотрю всегда на тебя и думаю, что ух, ты как не уворачиваешь. Я не смотри. Да тут не важно, что тут происходит всякое. Вот теперь 100%. Это я! Извини. Так. Все, спокойно, концентрация. Мы даже тут 10 секунд не можем пройти. Срать, господь, что происходит? Так, я понял. Я сконцентрировался больше на стрельбе, а тут лучше просто уворачиваться. Да, тут лучше просто уворачиваться. Дырочка. Вай! Ёж! Йо! Изя, где? А я иду. Там примерно такой разговор был сейчас. А, ну, конечно. Чёрт! А это, кстати, ты опять. Я по космосу иду. Я с собой в аду несу. Так. Как эта песенка? Концентрируйся в прохождении на песенке. Да я понял, но... А я на солнышке лежу, а я по космосу иду. Я на солышко гляжу. Да, а ты гляди вон в ту дырочку лучше, потому что... Дырочку. На нижние дырочки не соблазняемся. Так, а я на солнышке лежу, а я ушами шевелю. И лежу, шевелю. Уши, эрогенная зона. Мама. Ты ёй. Так, тут дырочки... Тихо, всё нормально. Жить всё, будем. Это ты называешь нормальным? Так, это, вот здесь вот, скорее всего, угол прошли. Будет, в котором нужно будет пролететь. Нет. Есть, всё хорошо. А теперь будет непонятно... За эту становись. За эту. Есть. Фух, нет. Ваш напарник умер, сказала она мне. Нет. Нет! Мы ж прошли! О боже мой, что случилось? Там мне полететь. Ты прямо вот за этот модуль прячься. То есть не убейся об стенку. Прямо за этот золотой модуль. А я прям над ним был, я не понял, что происходит. Стенка была глухая, но это стоп уже. Нет. То есть он будет пробивать нам стенку. То есть, может быть, это и стоп, да? Но он будет нам пробивать стенку. Понял. Все.
А меня тоже вот один раз зацепило, хорошенько так зацепило, но я не умер. Вот, сейчас я умер, прости. Да. Нет, это ты умер. Это ты умер! Там написано «Your partner died», мне написал. Так мне то же самое написано. У нас есть так... кто-то еще? А это твой маленький гномик, который живет в голове. Вот он, это он виноват. Я понял. Мне написали, что ты умер. Да я понял, что я умер, но мне написали, что ты умер. Так что все, будем судиться. Четкое дело обмана. А может, это ты сам с собой играешь, и нет никакого шкрониса, и у тебя просто раздвоение личности? Нет, так это я так или иначе знаю. То есть, если со мной будет говорить кто-то, кого я не знаю, это... А я знаю только своих, скажем так... Тараканов. Друзей в моей голове. Так что да, да, все. Это меня испугает очень, у меня паранойя начнется. Окей, за ней лететь, правильно я понимаю? Да, вот прямо за ней стань. О, это кто третий? Ты видел, кто-то толкал эту штуку? Да я видел третьего мужика, но это же... Мне уже страшно. Это же не дело. Скорее всего, он и умирал, все, мы на него будем. Вон третий мужик, посмотри, посчитай их трое. А вот, да и вправду. Так. Там. А мы думали, мы шутим. Кто здесь? Меня вытошнило прямо ей на колени. Вот и разборчивая речь. Я просто не слышу, что они сказали, поэтому. А я угадал. Я просто знаю, что в ситуации, когда в космосе вот эту штуку крутило 125 раз вокруг, то их вытошнило друг другу вот, на смотри, колени, а вот потом... Вот смотри, кто стоит у Куба. Так это этот генерал, как его там, вот этот, который там отсчитывал... Так секунды. Это он умирал. 100% он, подлец. Так он нам малину всю испортил, блин. Конечно. А у нас так было все хорошо. А как... Как ему отомстить? Нет, тут Oxygen летает, F. А я как раз воп слышу. Воу-воу-воу, это хорошо. Так, ладно, я приземляюсь. Так. Это воу-воу-воу был, наверное, снаружи. Думаешь? Ну, я не слышу уже. Это странно. Дорогие зрители, ва-ва-ва, это звук того места, где можно собрать еще материалы для крафтинга здесь, для оружия. О, да. Ну да, скорее всего, да, было снаружи. Больше я не слышу. Хотя... Нет, теперь уже нельзя. Да, это было снаружи. Так. Я на солнышке лежу. Куда мы идем? А, мы вот сюда. Мы обратно. Там лутик собрал? Ну, что-то было, да, немножко. Хорошо. Так. И начинается тьма тьмущая. Начинается игра. Начинается. Лови. Ура! Первая реакция игрока в Dead Space — это наступить на что-то. Дорогая, конечно. Я пришел из дома. Хрясь! Потому что это что-то может стать против тебя и укусить. О, да. Этому нужно отбить уши, как минимум. Так. Да. Ну, я пробью себе дырочку в клавиатуре. Ну ты даешь. Да, я такой жестокий. Эйза, Эля нас замёрз. Там что-то замерзло. Эля, моя девушка. Да. А кто из них Изя? Ты мне сразу скажи, чтобы я не путался. Ну, по-буржуйски Исаак, а по-нашему Изя. И вправду. Вот это ты, если чё, если ты не понял. Извините, я... Ой! Так, трупики. Понятно, так, давайте я возьму тогда свой гранатомёт. Ты переводить должен, если что. Трупы! Они заполонили всю планету. Они захватили свои. Неразборчиво. Я слово забыл. Ну да. Как называется та коробка, в которой лежит труп? Быстро. Гроб. Раз, два, три. Гроб. Успел. Проклятый. Так. Станок.
станок. А да ему не нужен станок, зачем ему нужен? А, посмотри, может быть, можно сделать какие-нибудь. Ух, у нас разблокированы разные вещи. Зайди, посмотри. А. Плюс SKR разблокирован для применения. Перейдите в меню модификатор. Плюс PR3, а то есть дополнительные модификации для оружия. Ух ты, вот. Это хорошая штучка. Или? Или я ошибаюсь? Новая? Нет. Новая в модификациях. Новая. Левый слот оружия. А, это скорее всего апгрейды для оружия третьего этого. Третьего да. уровня. Все да. понятно. Так. Хорошо, давай тогда посмотрим. Перезарядка, это темп стрельбы. Ну вот, давай. Это обойма. Обойма. Создать новое. О, да-да, их тут стало, ну, очень много. Плюс 2. А теперь плюс 3 стало. Все понятно. Но они дорогие. Металлолом на них. Ого-го. Так, у нас апгрейды есть на оружие. Там плюс 2 клипа, плюс 2 дэмэджа. У меня, например, очень много этих апгрейдов. Да, но они у меня все уже стоят с прошлого раза. Так, ух я... ты! Что, там что, уже что? Все правильно ты сказал. Сейчас добавилось плюс 3, плюс 3. Да. Спасибо, голос в голове, что я не ошибся. Всегда, пожалуйста, обращайся. Да какой культурный у меня голос в голове. Так. Все, я думаю, что да. То есть у меня просто сейчас вообще нет ресурсов на то, чтобы что-либо делать. Так. Есть у тебя там что-нибудь? Да, я сейчас добавляю, вот улучшаю оружие, чтобы оно сильное было. Особенно мою любимую бензопилу. Слушай, знаешь, как мы это сделаем? Как? Я думаю, чтобы долго не просиживать на апгрейдах, мы будем апгрейдиться вне записи. Как тебе такое? А мне нравится. Только можно я сейчас закончу свой апгрейд, и мы пойдем дальше? Нет! Мы пойдем сейчас же! Слушайся меня, голос в голове! Да, Изя, я готов. Ладно, все, согласен. Ты прав, потому что это может занять очень-очень много времени. Ты любишь. Ты любишь апгрейдить свое. Я не люблю, потому что прогадать, понимаешь? Я хочу, чтобы все научилось. Да, ну конечно. Так, как раз, а у нас наверху лутик есть, вот пока мы апгрейдили. Сходи, я на эту лестницу заберусь. Как раз таки у меня, по-моему, если я не ошибаюсь. Ага, хорошо, и тогда сбрасывай вниз уже сразу же. Окей. Да-да-да, с твоей стороны. На, лови. Уии, класс. Упс. Что, кого-то там застрелил? Лутик. Лутик? За что ты его так жестоко? Он же вроде бы добрый. Плохо на меня ты посмотрел. Его... Ну хорошо, то есть ты его не сможешь спустить, да? Ну не важно. Нет, он лежит на земле, я его разбил и спустил. А, все понятно. Все хорошо. Просто, ну вот он, смотри, иди ко мне. А, вон он, еще в шкафчике тут как раз. Да, дорогие зрители, вы попали к двум людям, которые обожают лут. Ну как же без этого, без лута? Потому что халява, халява. Жизнь не та. Нет, нет, совсем не та. Так, все? Все, бягу. Бяги, бяги. Давай, я готов. Вот что значит нанимать внутреннего декоратора не гея. Все будет в крови. Это просто трата денег будет. F. Нет, не надо крутить. Я же вроде бы тебя в прошлый раз отучил. Просто F нажимай. А я все игру крутил. Я думаю, зачем мне просто нажимать, если меня хорошо крутить получается. А-оу. Вот это неспроста. Я ржал. А-а-а, я все, я помню. Это собачка. Нет, это что-то больше собачки. По-моему, в прошлый раз... О, господи, боже мой. Мама. Мамочки. Короткий разговор у нас с ними. Короткий. Мама. Вот так вот. И так будет с каждым, кто к нам подойдет и начнет на нас орать. Ага. Они страшные! Я их боюсь. А что ты говоришь? Что? Они страшные! Я их боюсь! Глухая тетеря. Да, да, замолчи. По-моему, они скоро поссорятся.
Так, а тут у нас... Смотри, какая дверь. Ммм, вкусно. Инструктаж. Сей. Ой, ой, ты кого-то увидел? Вон они наверху должны быть. А, вон они на потолке. Какой большой, зеленый и страшный. Так, где-то еще сверху. Вон он, вот левее, смотри. Куда я свечу? Вижу. Вижу. Ой, я промахнулся немножко. Так. Ух ты, какой он зеленый, фиолетовый. Ой, мы жестоко. Ой. Что? Тебе что, идет с другой стороны. Иду, ловлю. И тут пару коробочек с лутиками, не помню, ты пропустил лутик чуть-чуть. Я пропустил, извини. Как бы на таком уровне патроны очень даже нужны. А, окей. Так подожди, если тебе голяк, я могу тебе дать. Не-не, у меня все нормально. У меня просто тут хелспеков. Много. В Багдаде все спокойно. Хорошо. В Багдаде все спокойно. Откуда это? Какой-то старый хороший фильм. Да. Старичок такой ходил по городу с этим. Слушай, с... если я твой внутренний голос, то как я могу помнить то, что ты забыл? А ты что, Хауса не смотрел? Там внутренние голоса были такие, ого-го. Они да? у каждого по этому, по медицинскому докторату было. Так что вдруг у меня внутренний голос, у меня еще я. Были хорошие лекарства, понимаешь? Я... А, ну да, да, и правда, я не... Решаю. На таблетке я как Пэкман. Я всегда готов. Так. Контрольный. Ой, вон еще сверху. Ага. Что? Мы промазали по нему тремя бомбами. Это беспорядок. Это трата. Мы не выполним пятилетку за 3 года. Никогда. Никогда. Так, тут еще небольшой лутик был, он тут все летнем. Вот тут так. Еще чуть-чуть. Ага. Ой! О, отлично. Ой, что? Не влазить ничего просто мне в инвентарь уже. Так, выброс. О, господи, боже мой. Брысь! Противная эта фигня. Контрольная граната в лицо. Это печально. Так, выбрасывать надо. Согласен. Ну вот эти вот одинарные хелспеки. Они такие, они мелкие. О да, их много. Сейчас я выброшу парочку. И на нашем уровне они уже не важны. Ну да, они нас особо не полечат. Так, стреляй, нам вот сюда стреляй. И вниз. А почему у тебя голос другой? Боеприпасы. А это запись была. А. Это как раз тоже часть перевода. А ты понял? То есть, если ты мой внутренний голос, то я сейчас с собой разговариваю в 4 голосах. А еще у моего внутреннего голоса есть еще маленький гномик, который живет у него в голове, так что это вообще беспорядок. Мне нужно навести порядок с моими внутренними голосами. У тебя вообще беспорядок. Ой-ой-ой. А вот они, вот они, собачки. Собачки. Собаки. А мне как раз было очень жалко, я даже не понимаю, почему, но раньше это были маленькие дети такие, страшные очень. Чего себе дети? Бэйбики. Ну вот, да, то есть, знаешь, вроде бы игра стала менее страшной, так жалко было. Так. Упс. Ой-ой-ой, где? Вон у нас сверху. Да. О, класс. Хороший удар. В нулевой гравитации мои гранаты никуда не падают. Мне можно баловаться как угодно. Стазис, если использовал, можно зарядиться. Окей. Я забываю так. Про стазис. Не надо, пожалуйста. Я помню в прошлый раз, что было. Это было больно. Лестница, лестница, лестница. Как Кристина Агилера. Это песня про лестницу. Ты просто идеально пародируешь ее голову. Вот именно так она поет. Вот. И теперь я должен понять, ты надо мной издеваешься или хвалишь? Или издеваешься над Кристиной Агилерой? Вот что мне нужно решить. Я 2 зайцев убиваю на время. Черт. Пойди узнай. О, хитрый. Вот знаю. Это нужно... Крути. Сверху там вроде бы кнопочка есть.
Давай, стартуй, стартуй, стартер, стартуй, стартер. По-моему, у меня за спиной кто-то крикнул. Да, у тебя за спиной это тоже кто-то. Неспроста. Нет, совсем неспроста. Только это что я услышал голос, как у Горлума такой. My precious. Серьезно, вон тут откуда? Абитсис! Thieves! Baggins! Shire! Thieves! У тебя там их много? Что происходит? Нет, все, их было много, но их стало мало. Так, следующую ты опускаешь, okay. А я нажимаю на кнопочку. Потому что я на кнопочку хочу нажать. Быстро, быстро. А вон она. Да. Видишь, наверху ее нужно опустить. Так. Кнопочка, кнопочка, кнопочка! Помнишь, в прошлый раз я думал, что это такая... по принципу магнитной индукции, как бы есть такие фонарики. Их нужно. Да, которые потрясти туда-сюда. Нужно, да, да, да. Вот я помнишь, мы очень странным здесь? Телодвижением. Возвратно-поступатель. Да. Вот именно. Она попросила меня сделать что-то новенькое. Вот такое. Но движение возвратно-поступательное я не смогу сменить на крутящее. А я зарядил тебе только что батарейку, и ты поэтому смог ее запустить. Я бы сказал, что ты только что сделал, только люди обидятся и перестанут смотреть на развратников. Есть и за нами 100%. О, господи, сверху! Сверху! Сейчас смотри. Они мрут все. Есть? Хорошо. Так. Есть. Вроде все. Отлично. Все, нажимаем на кнопочки. Ожидание. А, окей. Ожидание. Нажать. Ожидание! А что ожидать-то он? Меня. Вот. Нет, ну я как бы, у меня две руки нету, чтобы так, знаешь, расставиться и просто на обе кнопки нажать. У нас гости. Они идут к нам! Кто в меня стрелял? Что-то мелкое было. Собачка выпрыгнула, вон еще одна собачка. А, вон она, вижу. Все, есть. Мы сняли ее. А куда нам вообще нужно теперь идти? Так, нам нужно... Я не понимаю, сюда куда мне говорит идти. Да, а, вот, все, вижу. Тоненькая полосочка слишком получилась. Не разглядел я своими старческими глазками. Меньше играть в игры надо. Да. Сказал твой внутренний голос, между прочим, прошу заметить. Да, это, то есть особенно... То есть психиатр обычно говорит внутренних голосов не слушаться. А то есть нужно играть еще больше. О, господи, мы полчаса ждали эту дверь. Мы полчаса ее ждали, и потом так, на, и все, и она ушла. Все, вот. А чего она закрылась, я так и не понял. Тро-ло-ло-ло-ло. Ло-ло-ло-ло-ло-ло. Ло-ло-ло-ло-ло. Так, 100% сейчас будет что-то. Я тебе не доверяю, дырочка. Потолке, которую я сам сделал. У меня бензопила есть, я в порядке. А ты спокоен? Конечно. Ну, хорошо, посмотрим. О, господи, я их уже стрелять хотел. Сейчас будет перевод. Ах, ты нашел нас. Бусь-бусь. Пучмок. Ну ничего себе! Это Тим. Это Кларк. А, приятно познакомиться. Маркер. Элли, я за тобой летел по космосу, дура! Да, есть шанс. Спасибо, Изя. Я согласен с тобой, шоколадный человек. Я тебе хочу сказать, побежали. Нет, не сейчас. Изя, мы должны оставить маркер. Элли, зачем тебе такой вырез в космосе? Мы не можем уходить. Изя может побеспокоиться об этом. Пошли. Я не могу перестать смотреть ей вырез. Он ушел от меня. Я грустный. Так, наступай на все. А! И я зачем-то зашел к этому. Нет.
Нет, это не сейчас. Ну да, Бенчик не сейчас. Но мне не Бенчик. Нравится эта комната, мне кажется, что-то сейчас произойдет. Тут Думаешь? Очень много лута. Нас готовят к чему-то? Это неспроста. Это Никогда ментальная подготовка. Не его зарабатывать не, всегда нужно. Так, воп-воп-воп-воп-воп, не слышишь? Mm-mm. А ты? Мне тоже, мне очень жаль. Мне так хочется воп-воп-воп услышать. Как раз там, ой, я совсем забыл, что лутик можно притягивать. Ну да. Вот так вот, смотри, какая там вот в шалаше. Нормально. F-чик. Плюс один дэмэдж. Обалдеть! Ну мы рубанем. Ну да, ну мы рубанем. Так. Ну что ж, дамы и господа. Давайте. А ты так попрощался? Переводи! Переводи! Нет! А, Изя, хватит думать про нас. У меня есть капитан. Он не такой большой, как я! Ну, ответь что-нибудь хорошее на это. Так. Блеск! Идиот! И я слышу, что кто-то жует что-то снаружи. Ага. Ой. Оу. Повторяем систему. Так, нажимай на кнопочку. Нажимай, секундочку. Ох, сейчас щупальцы будут нас. Мама. Есть, хорошо. Руби по нему. Ой, мне нужно другое оружие. Отлично. А видишь, ты не забыл. Ты не забыл стазис. И это отлично. Страхи не такое, вспомнишь. Так, нажимай еще раз на кнопочку. А почему еще раз? Ну, мы сначала его ударили электричеством, а потом мы должны запустить эту штуку. Или нет, или я ошибаюсь, мы просто должны убить эту штуку. Ну, мы кровожадные. Так, давай-то свое поступающее движение. Исполняй. Так, цена это. Ну все, понятно. Заряжаем. Оп. Не надо. Не надо. Слушай, как здесь много кабеля. Это же натырить, потом продать, можно водки закупить. Да, металлолом хорошо пойдет. Ну, пойдет хорошо. Как минимум на троих получим. Так, а почему клешня есть? Почему... А, вот она. Туда. Вот, хорошо. Поехали. Есть, отлично. Красиво. А я так думаю, где клешня? Почему она к нам не подходит? Она нас бросила. Это мы ей больше не нужны. Неспроста. Вот что? Он, нас за нами? И вот она, еще одна клешня. Есть. У тебя справа? Есть, отлично. Так, опять. Я не доверяю этой штуке. Ку-ку получилось. Так, я опускаю кнопочку, пожалуйста. Или ты там с кем-то разбираешься еще? Я разбираюсь. Так, давай. Я что ты делаешь там? Нажимай на кнопку. А, кнопочка, да. Просто признайся, что ты хочешь поступающее движение выполнить. Ну, что-то есть заманчиво в этом, ты же понимаешь, что-то такое... Что-то такое зовет, манит оно. Так, нам куда вообще? Вот, а, нам туда. Сюда, в дверьку. Ну что ж, хорошо. Так. Да, будет так. Как бы спуститься эдак. Ты первый. Я первый. Так. Напарнику требуется лестница. У меня такая толстая попа, что я всю лестницу, то есть не только в ширину, но и в длину занял всю лестницу. Бывает. Такое случается. Так, тут лутик валяется еще чуть-чуть, может быть. Это мой, который я не поднял. Скорее всего. И мой тоже. Да-да-да. Так. Ой! Швентиляторы. Так, стазис, если использовал. Все, мне хватает. Есть? Хорошо. Так. Дунри. Уии! Ой! Ух ты, вовремя ты это сделал. Я сам. Молодца. Ну это ты, ё-моё, Нео. Увернулся в последнюю секунду. Я сам не понял, как я это сделал, честно.
Ты просто решил, что вентилятора нету. И сделал это. Да. А этой ложки не существует. А представляешь, что когда-нибудь этот фильм станет старым? О, господи. И дети его не захотят смотреть, потому что там глупая старая графика. Это классика. Ну. Раньше все было черно-белым и из дерева. Все вот так вот. А, смотри, тут какая-то кнопочка есть. А я ее нажму сейчас. Я тоже. А, все, это загадка. Я помню ее. А, наверх. Хорошо. Есть. Я быстрее. А, или это ты? Я, честно говоря, не знаю, где мой курсор, где твой. Ты справа, я... Ты вот меня обогнал. Да, ты меня. А, ты только что как-то вот так. Yes. Победа. Над Сарсапарилой. Я ожидал, что сейчас приз какой-то дадут, слушай. Ну, там, дополнительная игра. Динг-динг-динг-динг-динг-динг-динг. Поздравляем. Левел ап. Нет, ничего не дали. А мы так напрягали мозг. Так, почему-то у меня... Каждый раз, когда я захожу в лифт, у меня ощущение, что мне стоит достать гранатомет. И стоит это все сделать. Вот в лифте вот гранатомет — это хорошая идея. Прямо вот так. Но я не виноват, что ты себе модную неубиваемость это не поставил. А твоя бензопила в лифте — это все отлично, да? Ну, я аккуратен с ней. Я тебе верю. Труп, не мешай мне. Боже мой! В этот раз перевод точный. Эля, мы пришли. Изя. Изя. А, что достань его! Изя. Достань его! Эй-эй! Что случилось? Не буди меня, мама! Я хочу спать дальше! Элли, я уже был здесь! Я это нарисовал! Эй! Что случилось? Ключ куда? Смотри на рисунки и сам все поймешь! Их много! Ох ты мой! Отчасти выполнены в крови! А или инструкция? Это то, что мы искали! Это не просто какая-то планета! Мы нашли источник до маркера! Ты обосрала меня! Давай регруппируемся! Элли, ты и его обосрала! Что же это такое? То есть, тут мы узнаем новые вещи о том, что нравится Айзеку в постели. Нет, я, между прочим, не нарушил вот именно структуру перевода. Вот именно так и переводил. А вот знаменитый переводчик. Так что... Слушай, знаменитый переводчик переводил. Я совсем недавно, ну хорошо, не совсем недавно, а пару лет назад был классный Гай Ричи фильм. Там с рокером... Рок-н-ролла назывался. Да, рок-н-ролла, хороший фильм. Я купил себе. Первое, на DVD-шке не было оригинального английского, как мне обещали. А второе, там был самый страшный перевод, который когда... То есть перевод, который... Вот реально, человек сидит, смотрит на картинку и переводит что-то такое. То есть он не переводит по сюжету вообще ничего. Он даже не пытается заполнить своими словами текст тех. А? Он так... Там текст на 5 минут... Да! Я обалдел, у меня чуть крыша не поехала. Так это ж классика. Я когда пересматривал все фильмы, которые я смотрел давным-давно, там в школьное время, вот с такими переводами, а сейчас пересматривал, как сейчас, там, недавно, в оригинале. Совершенно другой смысл для меня открывался. Я такой, ничего себе! Как новый фильм смотришь просто. Так они хотели убить чужого.
И представляешь, никто ни на кого накакать не хотел ни в одном фильме. Ну вот именно. Как раз очень интересно, что еще во времена коммунизма многие фильмы урезали. А то есть там, например, секс-сцену урезали, и полфильма не оказывалось. То есть там... И поэтому не переводили половину, потому что там, если переводить, то понятно, что вырезали. Так что это еще могло быть. Рассказал я, как будто жил во времена коммунизма. Тебя все равно никто не слышит так громко. Так. Ой. Ну что, там лутик есть? Я ничего не видел. А, ну хорошо. Так. Есть. Дверь. А, вот она, открытая дверь. О. Какой мод? Плюс одна обойма. Я сейчас обалдею просто. Апгрейды двойные, плюс три, а ну плюс одна обойма. You gotta be shitting me. То есть, если это проходить голыми, это будет и вправду очень странно, практически невозможно. О, да. Так. А куда нам нужно? Нам в эту дверь нужно идти. А подходи, выходи оттуда. Нам вот сюда нужно, оказывается. Ждать. Ну, пишет, ждите. А, вот, все. А, скорее всего, она нас обоих ждала. Угу. Тут темно и страшно. Как ни странно, в этой игре. Бывает же. О, Эля. Элли! А вот и Изя. Сатос что-то там сказал. Да. Это не идет быстро. Отсылаю координаты. Давай шаттл запустим домой. Мы не едем домой. Шаттл, там решим бадью. Что-то такое там было в тип. Ну, собственно, мы не собираемся домой. Кто-то хотел помочь мамке. Это как в городке, там, где они... Фильм Сильвестра Сталлоне. И там сцена, где он держит девушку над обрывом, и потом роняет ее. Спойлер. Я, кстати, предлагаю, потому что сейчас начинается новая часть главы, мы у Бенчика. А, вот, вот тут хорошо. Сейчас остановиться, сохраниться, да? Да, отлично. Давай, все. Я просто искал сохранения. Если ты их видишь, говори мне, пожалуйста. Так, и тогда я вам говорю большое спасибо за внимание, Шкронис. Да, внимание, спасибо большое. Моя публика, один гномик, все. От него тебе будет... И он тебе тролльно поставит дизлайк. Да. И мы тогда увидимся в следующем видео. Увидимся.